удивительные события, произошедшие в прошлом, благодаря которым наша жизнь обрела иной путь развития. Чтобы открыть смысл древних пророчеств, мы отправляемся в путешествие к берегам Средиземного моря. Мы узнаем смысл слов Апокалипсиса Иоанна Богослова. Семь церквей Откровения. Где находится престол сатаны? Царстве, действительно, как древнее малазийское царство, ничего здесь не изменилось. Везде растут такие своеобразные колючки, очень, очень красивые на самом деле. Дух захватывает, когда ты смотришь на этот горный район, где, кажется, не ступает нога человека. Здесь мы видим остатки древних колонн, вот эти удивительные камни. Ты чувствуешь себя как человек, который впервые взглянул на эти просторы и сказал: да, вот здесь надо построить самое красивое, самое прекрасное королевство. Пергам можно было назвать малазийской сокровищницей. Здесь было практически все. И стратегически важный район, огромное количество золота, даже до сих пор здесь добывают спустя тысячи лет золото, и шахты также здесь. Пергам. Этот город считался третьим по величине городом античного мира после Рима и Александрии. Пергам прославился своей великолепной архитектурой, музеями, научными школами и крупнейшим центром театрального искусства. Но самой главной достопримечательностью была библиотека. Основанное царем Эвменом во II веке до Рождества Христова хранилище насчитывало 200 тысяч свитков с творениями греческих поэтов и философов, трудами географов, иудейскими, персидскими и египетскими священными книгами. Библиотека Пергама по праву соперничала с прославленной библиотекой Александрии. После завоевания Александра Македонского возникли два крупных центра – Александрия и Пергам. Знания давали огромное влияние на то, как ценился тот или иной город. Здесь, в этой пергамской библиотеке, где я нахожусь сейчас, находилось более 200 тысяч свитков. Цена этих свитков была настолько велика, что царь пергамский заплатил за несколько свитков цену по весу, равную золоту. Александрия ответила своеобразной войной, запретив вывозить папирус с территории Египта. Тогда царь из Пергама принял решение. Он восстановил старый способ писать на шкурах животных. И возникла необходимость создавать то, что мы сейчас называем книги, потому что сворачивать шкуры животных было невозможно. Так появился знаменитый пергамент, так появились книги. Сейчас Пергам находится на территории современной Турции. Он потерял былое величие, превратился в небольшую деревушку и носит название Бергама. До начала 20 века жители турецкой Бергамы и не подозревали, что живут на руинах великого города древнего мира. Более того, куски мрамора со следами скульптурных изображений, которые выкапывали турецкие крестьяне, пережигались именно известь. Наши исследователи отправились в это забытое селение, чтобы выяснить, где же находится упомянутый в Откровении Иоанна Богослова престол сатаны. В книге «Откровения Иоанна Богослова» написано ангелу Пергамской церкви: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Где же находится этот престол сатаны? Мы находимся здесь, в Пергаме, и пытаемся понять, что же имел в виду Дух Божий, когда были написаны эти откровения. И интересно то, что Акрополь города Пергама, который назывался Верхний замок, расположен на высокой горе. И сама высокая гора, она говорит о гордости и силе этого города, который был столицей целого Пергамского царства. Именно здесь расположены храмы и гордость этого города. Это был один из самых богатых городов мира. Здесь до сих пор есть рудники, золотые рудники. Мы сейчас вспоминаем о том, что буквально несколько лет назад
было найдено три чаши, огромные мраморные чаши, наполненные золотом. И сейчас они находятся в Айя Софии. В городе производили благовония, тонкое льняное полотно, золотую парчу. Но больше всего Пергам был известен как крупный языческий центр в Малой Азии. Пергам считался центром медицинской науки и врачевания. Горожане возвели за стенами города лечебницу, в которой больные принимали ванны в отделанных бронзой бассейнах и пили целебные воды. Здесь, в Пергаме, мы находимся сейчас у основания Акрополя, в древнем центре, который был посвящен богу Асклепию. Символом этого центра до сих пор является у медиков чаша и змея. Весь культ поклонения этому богу целительства был связан со змеями, и пациенты, которые приезжали сюда, они проходили через, можно сказать, психологическую терапию в том числе. Пациенты должны были переночевать вот в храме. Вот здесь, в этом самом храме, они лежали здесь всю ночь, и по ним ползали змеи. Но при этом пациенты были напоены специальным напитком, который вводил их в особый транс. И после этой особой ночи, можно сказать, когда душа пациентов общалась с богом Асклепием, жрецы толковали по их сновидениям, по их видениям, их состояние и давали рецепты по выздоровлению. Знаешь, интересно, что история Асклепия была следующая, что медуза Горгона, ее кровь была подарена Асклепиону, и он оживлял с помощью этой крови умерших греков, которые осаждали Трою. Все действительно очень тесно сплетено в один большой клубок. Возможно, упоминание о змеях как раз и пришло в связи с культом и отголоском культа медузы Горгоны, что с точки зрения христианства, безусловно, находит параллель с змеем, который упоминается в первых главах Бытия, змеем, который, наоборот, принес смерть людям. И сомнительные манипуляции с бесовскими напитками и культом, безусловно, говорили о том, что здесь не все подчинено Богу, а наоборот, здесь есть или культ, все не противный подчинено Богу. Действительно, здесь ощущение, мы идем по такому круглому помещению, проходим через такое определенное давление, через подземную галерею, которое здесь ощущается даже сейчас. Здесь чувствуется, вот, может быть, и здесь, вот именно вот в этом месте и находился этот трон или сатаны, или место поклонения сатане. Потому что люди очень часто ищут здоровье, ищут исцеление и готовы поклоняться чему угодно, чтобы только получить исцеление от своих болезней. Представьте себе, что здесь лежат десятки и сотни людей, которые находятся в трансе, по ним ползают змеи со всех сторон. И это состояние наводит их на транс или медитацию сатане. Святилище Асклепия, бога целительства, привлекало паломников со всего мира. Его храмы были чем-то вроде больниц в древнем мире. Под сводами были скрыты особые рупоры, и через них доносились голоса невидимых врачей и психотерапевтов. Они убеждали больных забыть свои недуги, не думать о горестях и физических страданиях, подавлять болезнь силой собственной воли. В этом спа-центре все действовало психологически на, так сказать, выздоровление человека. На самом деле, не только на выздоровление, но и на воздействие его души, на воздействие его душу, чтобы душа пациента приготовилась встретиться и получить откровение от Бога исцеления Асклепия. Это журчание, гипнотическое журчание воды, темный проход, по которому мы сейчас, кстати, идем. В котором курились специальные благовония, которые также влияли на человека. И этот проход, мне кажется, он символизировал для людей действительно погружение в подземное царство, когда Аида, душа... Да? Да, я думаю, что Аида, когда душа
высвобождаясь из уст тела, действительно способна получить это божественное знание, знание о том, что она должна совершить в земле. И проходя по этому проходу, человек ощущал, что он в некотором смысле умирает. Он оставляет всю свою болезнь и идет туда, на получение диагноза от самого Асклепия, бога, который часто изображался в виде змея. Чередование света и тьмы. Таинственный полумрак. Этого прохода, коридора, все создавало ощущение, которое вводило человека в определенный транс. И удивительно, что люди могли быть действительно умереть во время откровения, люди могли получить какое-то знание, но все это было связано с культом змей и с культом потусторонних сил. Вот здесь на потолке маленькие окна, в которые проникает дневной свет. И когда человек идет по этому прохладному коридору, он ощущает, что он попал в какой-то иной мир. И вдруг колодцы света освещают его, он проходит шаг за шагом к таинственному храму, храму Асклепия. Представляете, здесь на улице 35, порой даже 40 градусов, вот сейчас 35 градусов, и ты входишь в это холодное помещение, в котором течет вода, заряженная радиацией, и ты входишь в храм, который наполнен змеями. Состояние невероятное, но в этом храме ты должен еще и провести целую ночь. В храме всегда находились больные, искавшие врачевание в молитве и бдении. Помощь недужным приходила через сны и видения жрецов. Культ Асклепия действительно являлся тем, что смущало христианское сознание, так как языческий бог-врач официально именовался как «спаситель» или «целитель». Одного, например, очень толстого человека здесь вылечили, прописав ему диету и занятия спортом за 20 дней. Но интересно то, что этот спа-центр, он включал действительно омовение водами, и воды, которые здесь находились, когда ученые нынешнего времени их исследовали, было выяснено, что у них повышенный радиоактивный фон, возможно, это давало свои последствия также вот в психологическое или состояние больных, течение их болезни. Но в любом случае тот вопрос основной, который нас интересует, насколько культ Асклепия, бога, который когда-то возвращал людей к жизни, используя кровь медузы Горгоны, насколько этот культ, связанный со змеями, связанный с психоделикой, когда люди ночевали в храме, опоенные специальными напитками, находясь где-то между явью и грезами, насколько этот культ действительно отвечает названию, которое Господь сказал, что здесь находится престол сатаны. И мы знаем, безусловно, что древний змей когда-то обольстил Адама и Еву, пообещав им жизнь и дав им на самом деле ослепление и смерть. Пергам был местом системы вавилонских таинств. Распространение этой так называемой «религии» претендовало на создание некоего моста между небом и землей. Правящий император стал главой системы. Он имел много титулов, одним из которых был «Понтификс Максимус». «Понт» означает «мост», «фракцио» — «я сделаю», и «Максимус» — «самый великий». Соединив все эти значения вместе, получится самый великий строитель моста между небом и землей. Этот город был наполнен храмами. Храмами, которые олицетворяли самые разные стороны натуры человеческой. Но этот храм, который находится за мной, он олицетворяет человека, который вознесся до уровня Бога. Этот храм посвящен императору Трояну. И здесь же, в Пергаме, в
был построен самый первый памятник императору Августу, который был провозглашен божеством на земле. Пророк Исаия пишет о том, что является сатанинской гордостью. «Ты говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Что же значит престол сатаны? Почему император мог олицетворять этот самый престол? Римская империя захватила весь тогдашний мир. Римская империя руководила странами и народами, меняя их, и Рим называется блудницей. Император владел всем миром. И император действительно олицетворял, с этого момента император стал олицетворять собой божество на земле. И именно очень часто со стороны императора шли гонения на христиан. А многие императоры, по сути дела, являлись антихристами. Они выступали против христиан, уничтожали их, сжигали их, затыкали рты львов в Колизее. Они уничтожали христианство как веру. Потому что христианство требовало поклонения высшему Богу, чье поклонение противоречило поклонению императору как живому божеству на земле. И это противоречие выходило в смертельный конфликт с верующими людьми, поклоняющимися Всевышнему. Может быть, этот храм и был здесь, в Пергаме, престолом сатаны. Хранительницей города считалась Афина. Ее святилище располагалось рядом с известной пергамской библиотекой и составляло единый комплекс вместе с алтарем Зевса, что должно было подчеркнуть единство мудрости, культуры и религии. В Пергамском музее Берлина экспонируется модель реконструкции этого алтаря, на которой размещены сохранившиеся элементы скульптурного декора той эпохи. Мраморные фризы, с трех сторон окружающие помост, повествуют о битве богов Олимпа с гигантами. Пергамский алтарь представлял собой мемориальный памятник, воздвигнутый в честь победы над грозным врагом – галлами или галатами, полчища которых вторглись в Малую Азию, уничтожая все на своем пути. Согласно наиболее распространенной версии, алтарь был построен царем Эвменом II в I веке до нашей эры. Гиганты, как гласил миф, существа с человеческим туловищем, но со змеями вместо ног. Однажды они восстали против богов-олимпийцев. В этих каменных плитах большого алтарного фриза чувствуется невероятное напряжение. Кажется, как будто напрягся мрамор. Фигуры с силой вырвались из камня, чтобы сойтись в решающей битве. Многие исследователи считают, что престол сатаны находился именно здесь, на месте, где был устроен алтарь Зевсу, главному богу из греческого Олимпа, сонма богов, тому богу, который олицетворял громы, молнии, который олицетворял суд над людьми, и который действительно был одним из чудес света. Этот алтарь был создан как грандиозное место поклонению божеству божеств. По сути дела, это был алтарь основного поклонения того, что мы сейчас называем бесами и демонами. И здесь вот это место можно было бы назвать бессомнительным местом культа и главного поклонения всей Римской империи. Это можно было назвать престолом сатаны. Древние исторические документы и археологические раскопки последних лет доказывают, к языческим культам в Пергаме относились всерьез. Концентрация антихристианских сил здесь была особенно ощутима. В атмосфере идолопоклонства приходилось жить христианам, община которых росла весьма стремительно. Каждый день жизни требовал от них борьбы за веру во Христа. В книге Откровения Иоанна Богослова рассказывается о Пергамской церкви. Это послание ангелу Пергамской церкви. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни,
в которой у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Историки того времени пишут, что Антипа был пресвитером Пергамской церкви и имел дар исцеления. Он назван верным свидетелем, ибо он, как и сам Христос, своей жизнью засвидетельствовал истину. И как в Ефесе апостол Павел чуть было не погиб от рук поклонников богини Артемиды, так в Пергаме был умерщвлен Антипа. Он был сожжен при императоре Домициане в 93 году. Правитель же Пергама имел право меча. По его приказу человека могли убить на месте. Этим правом власть могла воспользоваться против христиан. Но в словах Писания мы видим, что последнее слово принадлежит воскресшему Христу, имеющему острый с обеих сторон меч, который защищает и не оставляет свою церковь. Общине сохраняется слово его, хотя немногое он имел против нее также, и словами напутствия он ободрял эту общину сохранять огонь живой веры. Я думаю, что этот огонь живой веры здесь был сохранен. Говорит как раз то, что это уже вторая церковь, которая была построена. Христиане Пергама, несмотря на преследования, безбоязненно исповедовали Христа и держались веры в Него. За это они достойны похвалы. Не забыты и те верные святые, которые умерли мученической смертью, не отрекшись своей веры. Кто-то считает, что именно культы египетским богам могли быть этим обличением и могли быть названы когда-то престолом сатаны. Но я верю, что в первую очередь, конечно, престол сатаны мы создаем в своем сердце. В своем же сердце мы можем открыть дверь, которая стучит в наш Господь. Открыться ему, доверить ему свою жизнь, чтобы он царил в нашем сердце и наше сердце Слово Божие. Побеждающему, то есть верным христианам, в послании дается обетование. Будут вкушать сокровенную манну, им будет дано новое имя. Имя новое, написанное на белом камне, есть имя самого Иисуса Христа. Только христианам, которые пребывают верными, те, кто содержат это имя в чистоте, примут участие в полноте личного общения со Христом, вечной жизни и спасении.